Че, народ, все слышно меня, да? Слышно, видно. И пощупать можно. За донат, да, за донат. А что-то никто не пишет. Что-то не слышно, что ли, меня? Пощупать, не надо меня щупать. Он ли? Только девушкам разрешают. Так-то мужикам не очень, на самом деле. А, слышь, Спасибо за во. очень большой канал. Что-то дилей. Дилей очень жесткий. Ну, если симпатичный. Нет, донат не обязательно убьет в игру, если ты будешь продавать ренейм, либо ты будешь продавать плащики, украшательства разные, либо ты будешь продавать в Майнкрафте приватную территорию, например. Сервер-то большой, карта большая, можно продавать приватную территорию в Майнкрафте. Спокойно. Это же на баланс никак не... Хотя, какой у тебя ник? Чего? Ну да, в Лоле лучшая система доната, я думаю. В Доте, это мне нравится, как этот, как директор Valve говорит, типа, Dota 2 будет бесплатный, и у нас вы можете в магазине купить всякие украшательства для героев и так далее. И вообще система доната в Доте будет отличаться от всех. И типа вы такой никогда не видели. Это просто надо было дописать, что вот если вы в лол не играли, вы никогда не видели такой системы доната. Как-то они слишком плагиаторы, мне кажется. Хотите, а почему тебя не видно? Ну, я в обрезке друзьями, но надо дать зайти. Меня должно быть А, видно. вот, да, ты здесь. Ну и второй слот, как обычно, кто угодно. Сейчас, ну, второй слот, то есть ВЕЦ, как обычно. А, нет, лол, у нас то ли ВЕЦ ренеймнулся, то ли что, Это ну. новый ВЕЦ, он же с вами играл уже. Ну да, я и говорю, то ли он ренеймнулся, то ли что, то ли этот человек на курсах ВЕЦа. О. 15. Блин, ничего себе за дрот, он порох сам изготавливает. А, кстати, я сейчас стереомикшер же включу. Че, наверное, эхо, да, у вас сейчас будет? Не, нету. Вроде нет. Отлично. Че? Хе-хе. Ой, я шарю. Ой, лол, и здесь 1100 АД рекламируется сверху, забавно. Мне еще даже по времени не повезло, блин. Бедняжка. So slow. Блин. Ой, там какой-то очень ранний был, но я что-то плохо написал. О! Ну. Ну, нормально. 19. Ты, видимо, век писал? Нет, я ничего не писал. Сначала писал что-то дикое, потом что-то еще хуже. Не, Score 2 Duo ты сможешь стримить лол на 1024 на 168. В принципе, можно. Не, с двухъядерным реально стримить, но, блин. На маленьком разрешении. Блин, надо было 3 писать, наверное. Ну, на 2 надо было писать. О! Смотри-ка, мы Так же, так-то сделали его. Тиарвер решает обычно, но не в этот раз. Так, ну чё? Бурятия будет нашей. Ну и, конечно же, И Владивосток. отросточек. Куда же Так с без вами него? можно, я же сказал, третий человек заходит кто угодно. Наверное, с нами нельзя. Так, точно, пацаны. Так угадаю, на кого ты нападешь? Наверное, на себя. Окей. Чё за соус-то? Соус, чё? Соус сальса. С томатов и этого. Как он? Задрут. Чеснока. Сейчас стрим пиши на почту gamez@list.ru. Сальса, блин, ну где же ты был раньше, друг?
Оренбург. Задроты, шарики. Ходей, спрашивают твой левел. Какой у тебя левел в этом? Где? Ну, в 1100 AD. А не знаю, там что-то. Я сейчас ничего не делаю. Ах ты. Ну бас, сейчас сольешь. Иван Пятый. А, по императорам, подождите. Ну, да, остальные-то императоры были. А, Петр, а Павел Первый лол. Ходи, ты такой нуб. Я говорю, убирайте историю, я ненавижу историю. Ивана Пятого вообще не было, во-первых. Во-вторых, даже если бы это был Иван Четвертый, он все равно был царем, а не императором. И, кстати, заметь, одна история только попадается, блин. Какие-то дикие вопросы. Это, наверное, повседневность. Да. Не, ну Гумилев ты вообще отжог. Просто вот Гумилев великий лев. С русской фамилией. С русской фамилией. Просто поэт. Поэт и лев. Человек и пароход. Нормально. Не, ну меня напали. Я случайно тыкнул. Ах ты худею, еще и правильно ответил. Я хотел кириллицей тыкнуть. Но я думаю, вряд ли они пользовались кириллицей. Но о других я просто не знал, кроме этого. Минск, блин, по-любому. А. Архан. Да пошел ты нафиг, вспомнил. Читер долбанный. География. Блин. Мне посадочки дарить. Да, что-то я не тащу. Хотя вы оба лоу элла, причем одинаково лоу элла. Но я что-то сливаю. Америка. Вроде. Ты думаешь, в Америке? Да. Почему я знаю ответ на вопрос, который не мне подает? Там всякие картошка, табак, это же все из Америки. Вот у меня такая ситуация, что я в любом случае играю. А, какого государства? На Кубе у них военная база, блин, а что за знакомая, блин? Откуда у них на Кубе база, лол? Фокусы полюбил. Да не. Чем вот так, да, это меня ждет. Но он тыкнет фокусы. А, окей. Пантомима. Что-то я уже укомился, блин. В каком году родилась пицца Шакира? 1980-82. Ой, ой! Ходяй, там я что-то... Я 85-й написал сначала, что-то какая-то... О, ничего себе, она старикан-то, лол! 25 лет. Я потом посчитал, лет. Что-то как-то 21 для нее маловато. Что-то не тащится как-то совсем. Неужели я опять сейчас буду дра... О! Удивительно! А, офицер. Офицеры. Генерал. Россияне. Полковник. Полковник. Полковник Е2. Узник Абакана. У меня даже есть знакомая из Абакана, но я не знаю, когда она получила статус города. Это подруга моей бывшей девушки. Так, ну чё, на надо, короче, Х9 раскулачивать. Блин, ну почему? А я не помню. Печорин, ну бац. А? Печорин? Мне послышалось Григорьев. Плохо быть глухим. Плохо не читать. Я «Герой нашего времени» даже два раза читал, очень интересная, кстати, книга. Ну тут понятно, что ферзь.
Ты сейчас мне врёшь, да? Кто знает? Я вообще в эти не обращаю внимания. Ты чё, лошадью ходи, лошадью век воли не видать. Ну ты ходил, это вообще просто школота не поймет. Вот, народ, видите, ложью и обманом я вышел на второе место. Исключительно ложью и обманом. Вы вышли на второе и первое место исключительно потому, что друг на друга нападать не могли. Только на меня. Окей. Просто каждый ход я отвечал на вопрос, абсолютно каждый. Вадим, еще, ну давайте еще разок. Мне что-то, я что-то уже подустал, конечно, но можно еще разочек. Но просто стрим уже не будет веселым, он будет грустным и унылым. Я буду плакать. О, ня-ка-ня-ка-ня. Хадевич, чтобы этот... Чтобы уже точно его Хадевичем не называли, он решил без девяток. Ой, у меня там что-то построилось, не знаю. Хадевич, а что ты не отцепишь-то? А там появилось что-то? Ну, по идее, да. Нету, но я войду прям так. Да, ничего себе странно. Так, дайте мне край, пожал. Повезло. Лакер. Окей. Нормальненько так. Просто... А, я знаю, куда я сейчас пойду. Я вот просто специально, чтобы он к тебе мог пробираться. Ничего, я не буду отвечать, чтобы больше земель не захватывать. О, быстро-то. Не контриться. Есть типа на скорость? Окей. А я думал, это типа с подвохом. Там же давление больше значительно. Черт, моя страта с неугадыванием не это. Ну, зато ты мне помог. Так, давай, овчарикс, соберись. О, овчарикс, давай, захватывай. Ой, что-то я очень мало. Ой, блин, я нолик забыл. Ну, блин, я уже не успел. Ну, ты бы выиграл, я опять был на втором месте. Ну, что-то человек вообще не шарит. Межконтинентальные баллистические ракеты, они между континентами летают. От 1000 километров почти, там, не знаю, там от от Москвы до юга, до севера Ленинградской области. Блин, я... Зачем я это сделал? А, не, слышим, удали. Нормально. Кто-то очень быстро ответил. Фига себе. Много-много. Грабеж. Блин, у меня не очень. Территория какая-то дикая будет. А, не, нормально, она соединена. Тут вообще все вперемешку просто. Хорошо, что он ту землю взял, а не то, что у меня здесь. Пельмешку. Пельмешку. Перепельмешку. О, надо вот долбануть ту территорию. Давай, короче, на него нападай. Ходить, мне кажется, ты заговор предлагаешь. Надо же, я не отвечаю на вопрос. Это только глупый не знает. Ты что, в Джибути не был, что ли, овчарик? Я так вчера из Джибути. Просыпаюсь такой в Джибути. Иду я, значит, по центру Джибути. Самая унылая книга. Я не знаю, тот, кто прочитал Обломова, он либо мертвый, либо... Хотя 8, наверное. О, хоть 9 был ближе. Слушай, ты захватыватель территорий. Грабитель караванов.
Человек, давай желтого мочи. Да блин, это заговор, мне кажется. А, ну блин, ну очки, короче. Ну вряд ли там поддерживающая повязка. Может, он еще костыли бы ответили. Не, ну в очках играет. Я даже помню, как он выглядит еще. Ничего себе задрот. А. Мне почему-то кажется, что к циклопу. Но я могу ошибаться. Хотя к Минотавру, наверное. Я к Минотавру тыкнул. Визит к Церберу. Комедия советская. Ну ничего себе, это же самый знаменитый фильм. Точнее, это... Он его продал? Окей. Не, ну блин, за столько? Обычно в таких цифрах пишут там за сколько тысяч. То есть, чтобы миллион нужно было набирать, такого я вопрос еще не видел. Кстати, да, ничего себе, логично. В волосах, в нестриженных волосах. Слушай, это, тебя. Так это ж там его Далила, его сволочь побрила, Далила побрила, и он это, и его сбрили. Великолепная семерка. Великолепная семерка. Я только четверку знаю. Ой, ничего себе, хоть 9 там. Сам четверых завалил. Я пытался вспомнить, что за фильм. Нет, как бы помню. А почему у тебя больше поинтов, лол? Потому что мне по сотке дают за то, что я отбиваюсь. Соляной. Солян. Я забыл. H2O бери, не ошибешься. Я не тыкнул. Лол. Басик. Лол. Ну там это всякие сернистые, ну то, что с серой, там же все этот. Серная, сернистая, там какая-то еще. Аж хлор соляная. Потому что натрий хлор, это же соль. Почему? Ну вот обычная поваренная. Ну то, что не тыкнулось, мне не очень понравилось. Да пофиг. Так, Трюсней. Павел Первый, у него Александр Первый, Николай Первый. А кто еще? И Артём Первый. А, я блин, у него два только было, аж получается. Угу. Да, ну бас, я. У него два сына только было. Ну нормально, зато я отбился. Точно, Алексей Михайлович, Пётр Первый у него сын. Потом этот, короче, ну, Иван. Блин, я на бас. Ну ладно. Жаль на него еще нападать. А, нет, можно же уже нападать. Не знаю. Одним из официальных. Не знаю, французский, наверное. Чего я немецкий тогда тыкал, блин? А это самое клевое, тыкнуть на один, сказать, наверное, что другое, а потом ты типа по-любому прав. Не, ну не факт, но почему-то я склонялся к французскому, но... Мик Джаггер. А, точно. Если я сейчас ошибусь, то я очень не очень... Я вообще не знал. Просто... Что-то ты как-то вообще твича... Может, я единичку забыл? Ты что-то дикий, какие там пираты, по-моему? Нормально, сомалийские. Сомалийские. По-любому. Так, блин, а чё этого овчарик, кстати, не проатаковать, отстой. О, если бы я это знал. Если бы мне это вообще нужно было. Это очень важный вопрос, ты чё? Ну, пусть будет. Лол, а я думал дверь. Дверь. А оказалось окно. Да, я реально думал деверь. Вот отстой. Не нужно мне никаких реплеев своей игры в ранг, не народ, вы присылайте отстой. Кстати, тебе там вопрос задают. Я знаю. Такие говорят, ответь. Сможешь отвечать?
сантиметрах. Ой. Блин, наверное, повыше. О! Угу, мне так и подумалось, потому что 200. Сначала написал, потом начал думать. А хотя, блин, 3 метра, да, это я как-то переборщил. 18 метров, короче. Спорт для карликов. Что-то овчарикса мы совсем загнобили. Он сейчас пенту сделает, смотри. На ФК. Просто на отростке на этом сидит, он бедный. И причем какая территория, на что она похожа, господа? На палец, указывающий вниз. Ну, предположим, что... Кемерово, наверное. Я ошибся, значит, если Кемерово. Мне кажется, Кемерово. Ну, там же это далеко, это же Дальний Восток. Он на той дальний. Или это не Дальний Восток, я зафейлил. Не знаю, какой это Восток, но я на самом деле... от этого сильнее не стал. Не, а что, в принципе, не так уныло, можно еще разок фигануть. Да, можно. Только давай без истории, блин. Не, какой без истории, лол. Давай в один спорт, короче, сыграем. Ага, конечно. Что-то у меня не видно игроков вообще нифига. Короче, поход... Ходяй, давай, вот я на 3-4 создаю. 3, 4. А, подожди, я еще не создал. Так. 3, 4. Я еще создал. Так, все. 3. Ходяй, готовься. 3, 4. Нет. Лол, опять вец. Не, ну лол, какая вообще не создалось даже. Как не создалось? Ну, они зашли. Вот старый вец и новый вец, преемник поколений. А это овчарикс, который еще? Нет. Решил реванш взять? Так, что там у меня строится-то? Блин, вец раньше мне ответил, гад. А, это не вец, это... И я межи. РП за викторину, напиши мне на gamez@sobakalist.ru свой логин, пароль и сервер. Вот аккаунта тебе закинут, чуваки. Зайдут на твой акк и закинут. Там какие-то ракеты уходили. Вот мне нравятся ответы моих оппонентов. Как думаешь, Ходевич, в 1850 году или в 1750 был Советский Союз? По-моему, он тогда только зарождался. Зарождался в уме у дедушки Ленина, что ли? Да. Он такой думает, дай-ка я что-нибудь такого придумаю. Ничего себе. Либо я что-то реально не шарю. А, нормально. 6, оказывается, лапок мухи. Так нет, там же это, мы же с китайцами дружили, а потом поругались. И именно из-за этого пограничного конфликта. Вообще китайцы опасный народ. Учите китайский, готовьтесь к будущему. Не будем пессимистами. Что-то я вообще не знаю, меня то ли троллят, то ли что, но они на современных актеров пишут 18 век какой-то. Ну да, самый современный, конечно, 1924 год. Что-то я не знаю, они реально как будто троллят, такие дикие. Советский Союз в 18 веке, Марчелло тоже там же. В каком году родился великий советский поэт? 1750. Мне кажется, вес в окружении врага. Не, на меня нападают. О, это я знаю. Счастье. Они очень долго спорили и ругали, и ругались Ильф и Петров. И потом решили кинуть жребий в сахарницу, кинули в две бумажки. Прикольная тема и книга. Ледовое побоище, а потом сразу в космос. Нет, потом Галлия, а потом космос. 27 звезд, е! 12, ну, надо писать. По количеству штатов же там, наверное, а в Бразилии довольно много штатов.
Вот. Количество штатов в США, а в Бразилии просто так там по кружку. А, по фану что ли? Ну, они типа, давай. Звездочек нафигачим. Мощность. Не упоминается в законе Ома. Законе О, шарят тоже. Законе Ома, напряжение, сопротивление и сила тока. Да, ты пр. Да вообще. Пять. Лол, они что, считать не умеют? Тут даже написано даже. Просто, я не знаю. Тут, я ты понимаю, если там что-нибудь в скобках было написано или что, я не знаю. Так, Магадан, Магадан. Атакую Магадан. Еду в Магадан. Танталовые муки, по-любому. Да лол, я пошутил. Да лол, ну... Они, как будто они реально специально неправильно отвечают, такое впечатление у меня складывается. Тантал это же этот грешник, который в царстве мертвых там. Который типа камень катил? По-моему, да. На гору. Ну блин. Ну блин. Чё? Фамилия такая, понятно. Я бы Аргентина ответил. А, я бы Испания, но я хотел Мексику, потом ты меня своей фамилией сбил, в итоге я ничего не ответил. Если бы ты нажал Испанию, я думаю, ничего бы не изменилось. Так не, я Мексику хотел, потом я начал по фамилии, что понятно, что он имеет в виду. Но фамилия очень похожа на аргентинскую. Канте? Я бы Канте ответил. Твой хоккей нам не нужен, это... Почему-то Азеров, я не знаю, почему, у меня да, сразу... Да, это Азеров. У меня сразу ассоциация. Азеров? Окей. Okay. Я бы написал 80-м. Максим Горький. Что-то мы начали отвоевывать территорию у меня. Собрались, парни. Собрался. Какой Тантал, бог смерти? Тантал его муки же, нет? Тантал же грешник, который камень на гору катил, а потом он скатывался опять, нет? Ну, конечно, может, что-то путаю. Тантал камень катал. Если я чешу в затылке, я чешу в затылке. А, воду таскал? Так не помню, там кто-то воду таскал, кто-то камни на гору катил. Блин. Свежачок. Новенькая совсем. Да. Прям заходишь и ничего не разваливается. Овец у нас самый хай, кстати. Святой курва. Блин. Почему мне Едвига хочется ответить? Фаустина отвечай. А где же курва? Польша и курвы нет. Или Шушей. Шушей? Лол! 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 Факинг, 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 фак! Просто не хватило чуть-чуть. А я бы выиграл, если бы мы с тобой были. Окей. Знаешь почему? Почему? Не знаю, я сказал 17. Ты услышал это или нет? Нет. Если бы услышал, ты бы выиграл. Блин, так все-таки Джордано Бруно или Галилей? Я постоянно это... А, ну это сказал... Это сказал он, а он повторил на костре, когда его сжигали. Во, я все, я вспомнил. Галилей это придумал? А, вот место, я думал до места, ну блин, ну что за фигня-то, а? Что-то не тащу. Ладно, черепа хотя бы не будет, это уже хорошо. Ну тут в любом случае уже. Угу. Хотя тут, сейчас же убрали эту фигню со столицами, что ли? Так я просто убрал. Блин, а какого цвета черный ящик в самолете-то? Вряд ли зеленый, блин, наверное, красный. Красный, какой-то. Красный, чтобы его легче найти было среди обломков. Ну, я вижу, что он красный. Окей.
Ну хотя красный и оранжевый, они друг от друга далеко не ушли. Окей. Смертная она была. Я же раз ее убили. Слепой. Окей. В отличие от своих сестер, она была медуза. Лол. 1800 каком-то там. Блин, вот отстой-то, а? Вот отстой. Ну ладно, чё. Сейчас ещё Вец. Надо Вецу землю отдать, чтобы ему не так обидно было ещё. Надо Вецу на красного нападать, если он хочет. Так а даже если он красного надо третьим. Все, Вец, Вец, я дарю тебе эту землю, Мадагаскар. Ну просто, чтоб тоже столица, еще какая-то земля тоже хорошо. Поплыву на столицу. Мадагаскар, по-любому. Создайте игру со мной. Так там не создается, ты же в прошлый раз тебя не добавила. Ну сейчас я попытаюсь, конечно. А вот теперь создается. Fuck yeah. А то Вец старый и новый Вец слишком сильные. Я не знаю, куда идти играть без Веца. Да, Вец такой. Просто иннет отрубаешь, там заходишь, контру ботов ставить, ставишь, короче. Бот 1, бот 2, бот 3, бот Вец, короче. Да, такой. Я создал Х9. Реально, как ты это делаешь, скажи мне, как? Как? Ну, блин, Хейла. Ты чё, лол? Вец, не позорься. Вец, если ты не знаешь 33-10, то не играй больше в Конкистадор, лол. 33-10, это же кирпич всея мира. Это же сколько шуток связано про то, что уронил 33-10 на пол, сломал пол и так далее. У меня есть идея. Чё отрезаешь, Вец? Потеснил его. В каком году? Вот в этом. Вот тебе и 500-й, короче, я бы выиграл. Нормально. Я сначала 800-й вообще написал. Ну сам знаешь, когда исправлять, это вообще, блин. Да. Не, надо на доп клавиатуре писать. Задроты этой игры пишут на доп клавиатуре всегда. Сейчас попробую. Так Вец, мы помним, что нормально играл. Сейчас что-то ты как-то это. Я не знаю, у тебя там Советский Союз в 18 веке и так далее. Тут тоже. Да блин, у меня глюки постоянно, карта пропадает. Титикака. Это же канадская какой-нибудь, небось. О. Вот я так и знал, что надо большое число, потому что вот 1000 писать тупое. Либо сильно выше, либо оно все-таки на равнине находится. И 1000 в любом случае проигрыш. Это фейл. Это фейл. Эй, Вец, ты чё тут у меня окопался? Слышь, Магадан-то верни. Верни Магадан, кому говорят? Верни Магадан и отросток. Отросток пресса, да. О, Вадим, скажи, а? 2003. О, спасибо. Играем. Главное. 17-го. Он сначала начал писать 1703, стер. Блин, и чё мне тут, какие земли захватывают? А, все нормально же. В принципе-то. А тут на самом деле к столетиям пробиваться не нужно? Да, потому что они же... Так, надо Магадан захватывать скорее. Надо Магадан. И отросток. И отросток. Этот вопрос у меня был уже, лол. Вот этот вопрос уже был. Наверное, в третий раз за все время у меня вопрос повторяется. А у меня ни разу не повторились.
5 метров. В 2008, наверное. Не то, что нет, кажется. Стоп. Это... Ну, позже пятого. Позже пятого, но в пятом. Блин. Это, наверное, это или Олимпиада была какая-то. Я помню, даже статью видел. Статья в аргументах называлась «Бубка в юбке». Но год не помню. Но Сергей Бубка же... Лоу-кик. А хотя нет, стоп. А, ну да. Ну, явно не йока-гири, блин. Я тебе сейчас сделаю йока-гири. Так не, ну просто кикбоксинг, это же... Не, восточный. Да вы задолбали на меня нападать, гад. Ну, пусть это будет. Ну, Гродно где-то далеко находится, это я точно знаю. Могилев. Я знаю, что Брест граничит со всякой фигней восточноевропейской. Потому что я в Бресте был. Я, кстати, белорусские конфеты сегодня весь день хаваю, они вкусные. Сиверус. Отстояли мы свою землю от Веца нерусского. Ох, А9 решил для баланса. Наверное, блин, не знаю, унесенный. Ну, инстинкт, наверное. Наверное, инстинкт. А, нет. Унесенный. Я инстинкт тыкнул вообще в самом начале. Это там, где случайно. Так, девушка ладно. Сидела на стуле, и вот это раздвигание ног, ну, то есть одна на другой перекладывает. Я помню. Что-то я залип, короче. Я тебя заслушался про раздвигание ног. И чуть Островского не... Не, ну там такой... А, я же должен сказать, я думал, помогу, да. Продолжаем. Так, осталось только Отросток захватить. А там уже на Японию можно нападать. Циклон. Окей. Циклон так циклон. Я не против. Мы играем Конквистадор, как написано в заголовке браузера. Ну, тут по-любому Россия и Австралия. Ну, озера вообще больше всего в Канаде. Пять, наверное. А чё так много-то? Она же одноактная, блин. Там, хотя... Так, там же не сколько длилось, а просто название. Да ладно. Окей. Да. Там голова точно птичья чья-то была. Так лев с орлом, да? Ну не петух явно. Не, ну это точно. What? Два, наверное. Я что-то запутался. А, шестой, ну там какой-нибудь там этот магний и что-нибудь. А, кальций, что ли? Нет. Магний какой-нибудь, наверное. Не, какой магний к чертям? Хз, я запутал. Ну там МЦ какой-нибудь, вот такое вот дикое. Нарний. Нарний. Леонов, блин. А я что-то я сидел вот между Жалом Быков и Леонов. Реально что Леонов? Блин, Леонов же крутой. Блин, что-то я Вася. Васюк. Мне кажется, название не должно обмануть. Да, полевка самая. Вец решил замудрить. Васюк же. Васюк, а ты Васюк. Иду я, значит, по городу, смотрю, Васюк бежит. Сел в него и сгорел.
Ну чё? Это ГГ? Ну явно не Беретта, блин. Американский полковник, просто американец Беретта. Нормально, почему нет? Беретта же европеец. Там же не только, блин, американцы в Америке живут. Окей. Ты только американец. Ты вообще отжог. А чё, не? Ну, в смысле, фамилии там не только американские обязательно. Что значит американская фамилия, если в Америке вообще люди со всего мира живут? Да пофиг вообще. Меня предыдущий вопрос вообще убил. Там, где его нужно было читать, а я не читал, а просто так тыкнул. Еще? Вы что, психи, что ли, народ? Мы уже сворачиваться собрались. Ну, давай последнюю тогда сыграем. ДК потом напишет еще раз, еще, ну ладно. Ну снова, Вец, Вец, ну ты понял. Так, ну-ка. Ну все, ну, а, стой. Все, я зашел. А, ну в смысле все, мы закончили, да? Ты понял, Страту. Так, ну, оп. Ты все. Оп. Оп. А что такое на выживание? Живи. О! Вец поверил. Вец, да. Так ладно, стой, это же новый Вец. Меня посадили на отросток. О-хо-хо-хо. А я на меде. Я въезжаю в отросток. Плохо быть тормозом. Редкость, когда все три ответа. Не, оу, я подхватил Монки. Тогда в Xsplit бесплатное только 720p, а все остальные разрешения платные. А еще я сейчас буду на меде, и меня все будут херачить по лицу. Не будем мелочиться, друзья. О! Я знал. Это же включая пролетных Х9. Написано же русским языком, включая пролетных. Зачитывай вопрос называется, да? Да. Пролетных включая. В каком веке? В 1959. Блин, я думаете знаю. Не знаю, почему я именно эту дату написал. Вы что, психи, что ли? Наркоманы, это же наполеонские войны, какие? Ходить, ты такой ходить. Я-то понимаю, я нубас. Я говорю, убирай историю. Я в датах вообще не шарю, но я хотя бы знаю, что это наполеонские войны. А, ну это типа мы там это, а потом... А потом то? Ну да. То есть мы подрались, потом забили, а потом... Вчера. Так уже 5 достигло, блин. Ага. Какой-то идет под окном сигналит. Может, у него кинуть чем-нибудь? Была бы консервная банка, я бы кинул вот тут вообще. Нормально. Он бы перестал сигналить. Осадим Кавказ. Просто понаехали. Понаехали тут на Кавказ. Это, пойдем в Панкейское ущелье, говорят, там сейчас спокойно. О, какая-то последняя странная. Ходевитяка. Это же у них там, они все... Этого, арабы, да, высокие штуки стоят. Арабы в Эмиратах, они там все же хотят самое высокое. У них там самый большой аквариум, самое высокое, там, не знаю. Если вы понимаете, о чем я. Да, самое. Окей. Там некогда бывал и я, но вреден север для меня. Это легкий троллинг Пушкина.
Точнее, со стороны Пушкина. Блин, на меня нападают. Ну явно, блин, плебсы это простые люди, гоплиты это вооруженные воины, троянцы это. А, я думал, мне что-то задают. Я тут в скайпе сижу. Угу. Просто читайте «Войну и мир». Правда, я не это. Ничего. Не важно. Читайте. А, блин, не на то напал. Не на того напали. Ну это вообще по-любому. Просто зависимость. Блин. А, там нападают? Да ты забей. Там можешь строить домики с 1100 АД. Тут все норм. О, нормально, почикали немного парни. Блин, фанат Чехова долбанный. Кидай проц в него, проц-то нафиг. Да я не понимаю, почему реально так ветцы и этот второй парень пробивается сильнее, быстрее. Скрупулезный Х9. Окей. Я так и думал ходить. Просто ходить. Вот видите, дети, что такое не делать матешу? Да какая матеша? Я в скайпе писал, сидел. Окей. Я думал, я проиграл этот вопрос. Окей. Оренбург, наверное. Он довольно крупный. А, это мне... Доходили, ты такой нубас? В скайпе он там писал. Полнометражных? Вот я знаю, сколько короткометражных фильмов снял Альберт Хичкок. А вот полнометражных не знаю. 55. Ничего себе он наснимал. Что-то ничего не меняется с начала игры, походу. 400-ок вообще нет. Только вон одна, которую мы... Не знаю. Но мне кажется, что хунты почему-то. Сипаи. Сипаи такой в турецкой армии, что-то похоже было. Сипаи там какие-то. Я не знаю, как переводится. Шкаф, что подумал? Табурет. Лол, издевательство какое-то. Огурец. Тагурец? Тагурец. Вон, играй в Вов бесплатно, Х9. Зачем? Не знаю. До 20 уровня? Да. Так. Может, не он? Да по-любому. Ну блин, я... Это же этот, химический элемент, а... Ну рыбка, короче, норм. Смотри, ксенон поплыл. Смотри, а ксенон в Аргона врезался. Здоровенный ксенон! Ксенон! Титр.
Антигуа и Бардуба. Стопудово. Самое крутое, что здесь было. Два зато. Их двое, вероятность-то больше. Тогда ну так. Сверхзвуковая. Ой, блин, это уплотнение. Ну ладно. А, ну да, со сверхзвуковой же, нафигать. Цунами это подводное землетрясение, а ударное... Ну пофиг тут уже было, в принципе. Все равно топ-1. Я второе место зато занял. А, ну вот, тем более. Блин, надо было сказать, фу, я поддался, как в тот раз с Ветсом. Ну что, народ, мы заканчиваем, наверное, игры. Вы можете написать что-нибудь интересное, что поднимет мне настроение перед скучным вечером. Как-нибудь меня обрадовать. Написать, вы можете написать Х9, что он нуб и не выиграет РПшки в 1100 АД. Ужасти. Last Game мы не будем. Мы не поддадимся на ваши провокации. У меня запах... Замок еще апдейтится. Надо тоже. Я выиграю РПшки, давайте. Город. Давай, хранилище. А, хранилище нафиг, не, хранилище мне не нужно. Шахта, шахта грейдить. Для тех, кто только подключился, 1800 РП выиграет тот, кто будет самым хай-левелом на сервере Арагон. Дима подключился, кстати, к стриму. В игре 1100 АД. Только ник надо создать ГЗ, нижнее подчеркивание, ваш ник. А Дима, а почему ты не создал такой ник? Чего? Почему у тебя не такой? Опачки. Ой. Вадим не участвует, все. Вадим не получит РПшки. А, блин, у меня ник не подходит. О, мои РПшечки. Нет. Так, народ, срочно меняем правила. Теперь мы на сервере другом. Да, теперь мы на другом. Теперь ваш ник, чтобы выиграть РПшки, ваш ник должен быть GameZ. Если такой ник занят, не переживайте, вы проиграли. Я шучу, я шучу. Вот, а ссылка на Арагон находится вот здесь вот. А, ну еще не забывайте, что есть куча других конкурсов. Во-первых, можно вступить в группу ВКонтакте и получить наушники. То есть это тоже, скорее всего, это тоже будет не последний розыгрыш. То есть не получите в этот раз, скорее всего, получите в следующий раз. Причем там, скорее всего, будет карта подарочная, подарочный сертификат. То есть вы сами любые наушники выберете у Fisher Audio, а у них дофига наушников. Плюс еще конкурс просмотров видео, где разыгрываются деньги. Просто вы можете стать миллионерами, ребята. Просто миллионерами. Вот. А, еще вместе с эльфом-торговцем мы проводим конкурс на рисунок. Ну, рисовать, я думаю, никто не умеет, типа меня. Так что забейте. Я просто рисовать не умею, а я эгоист. Да, разрекламировал конкурс. С эльфом-торговцем конкурс, ну вы забейте. Да. Но зато здесь прикольный брелок разыгрывается. Я хочу такой брелок. Но, к сожалению, я не умею рисовать и не смогу выиграть. Хотя я буду среди судей. Так что я думаю, у меня есть шансы. Несмотря на отсутствие умения. Играть на сервере Арагон. То, что там Дима, не поддавайтесь на провокации Димы. Все нормально. Там он самый первый, когда вы кликаете по ссылке. Видео выложу сегодня вечером. Battlefield 3 я не играю, но, скорее всего, мы в скором времени проведем конкурс, где будут разыгрываться два лицензионных ключа от Battlefield 3. Хотя те люди, с которыми мы хотим это проводить, что-то тупят и тормозят. Мы сегодня уже договорились, они потом опять залипли. А, еще не очень. А, еще очень важная история. У нас очень тормознутые программисты. Очень важная история. Надо молиться богам 800 на 600. Ставь 800 на 600 везде разрешение, и ты сможешь стримить даже на двухъядерном ноуте. Но у тебя там будет Nexus размером с один экран. Удобно защищать. Да, удобно. Что делать 1100 AD? Получить самый высокий уровень. Тот, кто получит самый высокий уровень, получит 1779 РПшек.
так как вы фактически самые первые об этом услышали, то у вас есть шансы реально победить. Потому что сейчас я пока напишу новость, то все. Когда надо получить? Что надо получить? Где надо получить? Ты про что вообще? Забей. Я так понимаю, он про окончание конкурса. А, следующая пятница. Если следующую пятницу я не буду в Москве, а скорее всего я не буду в следующую пятницу в Москве, то в следующую пятницу. И я писал то, что у него 15-й левел, а сейчас пишет, что надо делать. Окей. 15-й левел. Но тебе надо, скорее всего, создать новый акт, потому что аккаунт должен называться ГЗ нижнее подчеркивание. Ну что, сейчас Х9 споет песенку, и мы закончим стрим. Нет, не хочу петь песенку. Ты сегодня не в голосе, что ли? Ага. Я сегодня... Ну ты распойся. А где? Проигрыш М5 на этом, как его там... Какой-то тупой турнир, Corsair Cup, что ли, или как он там называется. Там просто дикая тема, я смотрел их стрим, они все переругались из-за тупой ситуации одной, из-за этого потратили очень много энергии. Пеппер опаздывал в школу уже на следующий день. Они все хотели спать и так далее. Так что все было сложно. Надо было переносить. Такие турниры надо переносить на следующий день, чтобы были зрелищные матчи. Тем более, насколько я помню, там приз был только за первое место. То есть очень важно было то, кто выиграет. А они взяли и прямо там в 3 часа ночи продолжили играть. Как-то не очень, парни. И переросли, как они проиграли. Да? Это было печально. Запись стрима с русским комментарием. Поищинок, если где-то и есть, то на канале Алексича. Но. А, кстати, тогда на время финала стрим Алексича забанили, ну, закрыли. Для того, чтобы собрать как можно больше людей на официальном стриме. Так что видео с русскими комментариями нету, скорее всего, нигде. Потому что у Алексича, даже если он записан. Этот самый Джошуа стримил. Да? Угу. Ничего себе, он норм. Какую-то из игр. Или несколько из игр даже. А, кстати, мне Джошуа скидывал ссылки на свои игры, ну, не знаю. Говлол в последний раз. Просто в последний раз. В последний раз, а потом сдохнуть. Вот, народ, читайте обязательно гайд по морде, потому что человек старался, переводил его с соломида. Ну-ка, ну-ка. Просто Deathfire меня там смущает немножко. Так Deathfire-то на морде на самом деле норм. Че смущает? Deathfire на любом маге норм. Вообще на любом маге абсолютно. Так-то да. Вот, ну вот назовите кого-нибудь мага, на котором не норм Deathfire. Че, вызов принят? Кто-нибудь что-нибудь напишет? Владимир. А, ну Владимир, если только. Вкусный одноразовый суп. Что значит одноразовый? А есть двухразовые супы, что ли? Ты его съел, потом это, а потом снова? Я не знаю, меня смущает твой вопрос. Ну, для меня это, знаешь, любые эти БПшки, потому что их как бы съел, они сразу обратно лезут. Окей. Как джанглить 3 на 3? Джанглить 3 на 3, изи. Сначала... А, вот, Райс. Райс. Вообще на нем УГ. Ну, Райс, не знаю. Так в смысле, он нет? Же, он же АТП стакается, этот самый... Ты Райс с Райзом, с двойным прокастом, ты почти... Бывает, ну вот, где-то на 9-м левеле ты Райзом почти убиваешь врага, и он уходит с лоу хп, а с Десфайром ты его полностью добьешь. Тебя батит на 2 часа ночи? Не, я же сказал, я мультик покажу, когда на стриме останется 100 самых true фанов. Тогда я покажу мультик, но сейчас 300 с чем-то человек. Так, срочно отключаться. Ну там в пакетиках еще разбавлять нужно. Не, если вы про бичи, то самые вкусные бичи это этот бизнес-ланч с говядиной. Это вообще норм. Я в поездах, я обожаю, я в поезд как сяду, сразу за бомж-пакет. Потому что очень, ну, не скажу, что вкусный, но необычный вкус. То есть дома я ем довольно-таки полезную еду, там фрукты часто всякие ем, а тут такое... Как говорил Гоблин, надо было Галину Бланку в кипятке забодяжить, там химикалии на жористе. Какая вредная фигня. Ксерат слишком рейндж большой, чтобы ходить, но все равно норм. Не, как раз таки Ксерат создан для убийства врагов.